Владимир Борчуков проживает в столице, работает научным сотрудником Института фармакологии, в прошлом специалист здравоохранения. Приехать в 5-ю Мытищинскую поликлинику из Москвы было удобно. Вакцинировать Москва начала чуть позже, чем Московская область, поэтому была возможность приехать в любую областную поликлинику и получить вакцину. Раньше вакцинироваться. Прошел 21 день после первой прививки. Теперь настало время сделать вторую, завершающую. А его главная мотивация в пользу вакцинации – забота о своем здоровье и не только. У меня дома дети, бабушка. Все должны быть здоровы. Вакцинация на данный момент является единственным методом, который позволяет противостоять сложившейся ситуации и быть спокойным за себя и, что немаловажно, за окружающих. Поскольку вакцинируясь, вы даете шанс не только себе не заболеть, но и защищаете окружающих. После осмотра врача-терапевта, измерения температуры, давления, сатурации, пациент готов к вакцинации. На сегодня в 5-й поликлинике первую дозу вакцины получили более 880 человек, вторую – 328. Жители очень активно обращаются и вакцинируются, приходят с семьями. Самому старшему пациенту, который сделал прививку на сегодняшний день, 93 года. Вакцинация переносится хорошо, с минимальными побочными эффектами. 5-я поликлиника стала одной из первых, где начали проводить вакцинацию против коронавируса. Записаться на прививку можно через госуслуги или при личном посещении поликлиник. Алла Сталаева, Денис Корнев, 1-й Мытищинский.